Мы продолжаем освещать тему ремонта в общеобразовательных учреждениях района. 28 июля наша съемочная группа посетила СОЖ номер 3 аула Игерухай. Здесь косметический ремонт превратился чуть ли не в капитальный. Это стало возможным благодаря постоянным спонсорам не только школы, но и всего поселения. В этом году за счет Мухарбея Меритукова будет заменена часть дверей на первом этаже. Мурат Айтеков установит новую дверь в спортзале. Сам коллектив школы также изъявил желание заменить одну дверь. Глава поселения, как родитель в качестве спонсорской помощи, решил сделать евроремонт одного класса. А Руслан Мамруков, как выпускник Игерухайской школы, на первом этаже уложит плиточное покрытие. Будут установлены новые раковины, а также частично заменят систему отопления. Огромную роль в учебном процессе играет питание, а именно столовая. Игерухайская школа – одна из немногих, где горячим питанием охвачено 100% учащихся. Крыша в столовой пришла в негодность и протекает уже полгода. В настоящее время администрация района выделила деньги на эти работы. До конца этой недели все ремонтные работы в СОЖ номер 3 аула Игерухай будут полностью завершены.